Почтить память священника, который посвятил свою жизнь борьбе с мафией, приехал на Сицилию папа Римский Франциск. Ровно 25 лет тому назад отец Джузеппе Пино Пуглиезе, который всеми силами старался удержать молодежь бедных пригородов Палермо от вступления в мафиозные структуры, а в своих проповедях призывал паству не подчиняться преступникам и жить по христианским законам, был убит Каза-Нострой. В городке Пьяцца Армерини на южных склонах гор Эреи понтифик призвал молодых сицилийцев не забывать о заветах Пуглиезе. Некоторые молодые люди говорят, что они верят в Бога, но не доверяют церкви. Когда вы спрашиваете их, почему, то они говорят, что не любят священников. Но так если вы не любите священников, то подойдите хоть к одному из них и скажите, «Я вам не верю вот по такой-то, такой-то и такой-то причине», — сказал папа Франциск. Джузеппе Пино Пуглиезе был застрелен возле церкви, где проповедовал свой 56-й день рождения. Это убийство потрясло всех итальянцев, повернув общественное мнение против мафии. 5 лет тому назад Пуглиезе был причислен католической церковью к лику святых.